улыбаемся и машем. В Омске мигрировали пингвины. Нехарактерных для западносибирской равнины птиц обнаружили на льду Ами под юбилейным мостом. Фото гостей из Антарктиды уже облетело популярные интернет-ресурсы. Пользователи по традиции соревновались в остроумии. Кто-то предположил, что птицы ждут ледовую маршрутку на Южный полюс. Кто-то решил, что пингвинам жарко, и они прячутся в тени. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что птицы, разумеется, не настоящие, вырезанные из фанеры. Кто автор инсталляции, осталось неизвестным.